А теперь обо всем более подробно. На Южном Урале аномальная жара спровоцировала гибель посевов сельскохозяйственных культур. Режим чрезвычайной ситуации в связи с этим введен уже в 18 районах. Из-за гибели посевов принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в 18 районах Южного Урала, рассказал министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков. Он уточнил, что от жары сгорело около 27% посевной площади, около 477 тысяч гектаров. Между тем, по прогнозам синоптиков, жара не желает отступать. И если следующая неделя обещает быть попрохладнее, то затем вновь в городе установится 30-градусная температура. Кратковременные дожди и грозы не спасают ситуацию. Асфальт после дождя высыхает буквально за считанные часы. Как мясцы спасаются от жары, узнавал сегодня наш корреспондент Валентин Ефимов. Передышка в погоде в виде облачности позволила нам сегодня выйти на улицы города и спросить жителей Миасы, как они справляются с аномальной жарой. Постоянно ополаскиваемся. Нормально. Рецепты – дача. Дача? Дача. Ездим каждый вечер на дачу ночевать, потому что там прохладнее. Прохладнее? Да. Я купил себе вентилятор, и он меня спасает. Сидим дома. Сидите дома? Озеро там? Нет? Вечером. Вечером? Вечером, да. В тени спасалась. В тени? Да. Пришла, сполоснулась домой водичкой тепленькой. Все. И прохладно. Да, и мне стало полегче. Хорошо. Ну, головной уборчик ношу, иногда шляпочку. Озеро, класс. Водичку пьем. Этот ношу с собой, веер. И на самую жару не выхожу, просто на улицу. Все, стараюсь дома быть. Кондиционер. Вообще-то побольше водички пить и находиться в тени. Все, и лучше на озеро. Да, мы ездим на озеро. Да? Любим отдыхать? Озеро. Брать на солнце? Да. Единственное, мне кажется, что помогает в такую жару. Надо ехать на озеро. Обязательно. Только озеро? Ну или дома сидеть. Лучше на озеро. Лучше на озеро. Кондиционером. Воды побольше пью. Дома. С маленьким ребенком никуда не выйдешь. Особенно в жару. Ну, в Тругаяк ездим, купаемся. Обязательно. Пейте больше жидкости, не сидите дома, езжайте на озера. И берегите себя, жара коварна. Валентин Ефимов, Айдар Насыров, программа «24 МИАС».